Сегодня у нас на приеме Даша, и мы будем ей устанавливать брекет. Мы используем так называемую непрямую фиксацию брекетов. Сейчас я расскажу вам, как это выглядит. Для непрямой фиксации брекетов нам нужна гипсовая модель, и мы на ней располагаем брекеты максимально точно, а затем с помощью специальной переносной капы устанавливаем брекеты уже на зубы полости рта. После чистки зубов наносим специальный бонд для лучшей фиксации. Наносим композит на площадку брекетов и устанавливаем капу на зубы. Голову ко мне. С помощью переносной капы брекеты быстро оказались на зубах. Устанавливаем теперь в брекеты дугу. Закрываем специальные крышечки в конструкциях брекета. И, как обычно, фотопротокол в конце каждого приема. Даш, как дела? Проверь, пожалуйста, чтобы ничего не кололо, нигде да, ничего не мешало. Все хорошо? Да. Ну, отлично. Значит, теперь у тебя и на верхних, и на нижних зубах брекеты. Нужно очень тщательно прочищать и быть осторожной в еде. Хорошо? Да, хорошо. Хочу поблагодарить всех сотрудников Dental Fantasy. Здесь работают профессионалы, очень внимательные. Вот, спасибо большое за всю проделанную работу.